Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем играть в City Skylines, и наше производство уже перестроилось потихонечку. Вот, да, с нефтедобывающей промышленности сейчас заброшенные здания, потому что рабочих не хватает. Я предполагаю, что это по причине... Может быть, тут есть такая штука, что на фермах люди с высшим образованием работают с удовольствием, а на фабриках не хотят? А может быть, просто у нас какие-то трудности, да, с доставкой рабочих сюда, на вот эти вот, в эти районы. Но потихонечку здания развиваются, улучшаются, да и потребности как бы у нас все упали в самый низ, да. И учитывая, что вакансий у нас достаточно много, трудоустроенных граждан, кстати, может быть, из этих... вот 12 тысяч, точнее, из 35 тысяч. Слушайте, допустим, если работает молодежь и взрослые, это как раз 50%. Ну, тут не 50, но чуть меньше. Слушайте, может, не вся молодежь хочет работать на заводах. Нам просто, наверное, надо больше жилых зон. Хотя, с другой стороны, жилых зон... потребности в жилых зонах нету. Ну, вообще, как-то... Наверное, даже не знаю. Может быть, да, все-таки люди не хотят работать на заводах с высшим образованием, учитывая то, что на фермах они работают с высшим образованием просто на ура. Просто вообще, как так и надо. У нас тут есть фермы, где, ну вот, допустим, вот такие, да, где практически все 16 из 16 рабочих люди с высшим образованием. И довольны все и счастливы. Но на самом деле у нас так, все довольны и все счастливы в городе. Статистика, по-моему, не меняется. Но вот, по-моему, немного упало счастье промышленных зон из-за недостатка рабочих, да? Вот. И жителей у нас стало меньше, да? Меньше жителей становится из-за высокой... смертности. Из-за высокой смертности. Я уже разобрался, у меня просто в городе 24% пожилых людей. На самом деле это, мне кажется, очень много, и, соответственно, из-за этого и смертность у нас большая такая. Вот. Потому что в одной из тех серий, которые не вышли у нас, да, из-за плохого звука, у нас было заполнено 5 кладбищ по 3000, это 15 тысяч смертей. Но главное, что из города никто не выезжает, что все довольны, счастливы нашим замечательным городком. Давайте мы пока что отключим вот эту штуку, посмотрим, да. Я немного озеленил еще вот этот наш, скажем так, элитный район, да, здесь уже стало и больше высоток по всему району, побольше стало, да, и как раз смотрится так в разы приятнее, когда кругом лес, а не одни дома стоят голые, да, без какой-либо зелени, вот. Но потихонечку будем развиваться, я тут начал строить уже дороги, пути и разные коммуникации для нашего следующего района. Вот, и этот район будет районом горняков. Я занимался этим, ну, практически 20 минут, поэтому выкладывать я не стал, потому что экспериментировал с этими дорогами, как, куда их развязывать. Да, смотрите, похоже на человечка, ему сейчас голову тут дорисовать такую, и он такой, типа, рукой машет нам. Е-е-е-ей! А вот. Посмотрим, как это все будет работать. Давайте пока что начнем планировать. Планировать, как все это дело... Точнее, планировать. Вот сюда планировать. Ну, во-первых, мы поставим здесь какое-то количество зон торговых. Естественно. Вот. И можно, кстати, да, на самом-то деле... На самом-то деле все торговые зоны убрать из... внутренних районов и поставить все их на вот эти вот внешние районы.
потому что торговым зонам шум не мешает, и я думаю, им там будет гораздо приятнее, чем, ну, не то что, да, торговым зонам будет там гораздо приятнее, чем людям. Чем людям. Давайте мы поставим, ну, я не знаю, может, я даже слишком часто их ставлю, может, слишком много, вот, но так как у нас внутри этих торговых районов не будет никаких, поэтому давайте поставим их, ну, так, может быть, побольше. Также я все-таки хочу поставить здесь какое-то количество деловых зон, потому что, ну, чтобы людям с высшим образованием не нужно было куда-то ехать, они могли себе работу найти, ну, где-то вот, да, поблизости. Поблизости. Тоже мы это все дело поставим в этом внешнем кругу, который отделять будет нас, жилые районы от шума трассы. Вот. Ну и здесь тоже где-то поставим парочку. Немного. Я думаю, этого будет достаточно, даже более чем. Вот. И соединен этот район у нас пока что только с одной трассой. Вот. Больше пока ни с чем я соединять его не буду. Давайте разместим жилые зоны. Потихонечку сейчас все это начнет застраиваться. Вода у нас есть. Сейчас мы электроэнергию подтянем еще. Вот, все это построено, район построен на одностороннем движении внешнем, и внутренние у нас мелкие эти дороги двухсторонние, хотя, по-моему, вот это вот, да, это тоже у меня двухсторонняя дорога, таких дорог односторонних не было, а то бы я их тоже поставил бы односторонними. Вот, давайте сделаем как-то так. И будем размещать здесь, ну, надо, во-первых, энергию подтянуть. Давайте поставим где-то, нам обязательно же нужно, да, кладбище, там все дела. А вот, кстати, кладбище и все дела, я вот даже не подумал, куда мы поставим, потому что их нужно ставить где-то немного на отдалении от нашего городка, да. Давайте мы проведем здесь небольшую дорогу, вот, так. Так, я думаю, этого будет достаточно, да, чтобы нам разместить кладбище и прочее. И эту дорогу мы соединим прямо здесь, вот так. И прямо здесь. Вот так. Можно было тоже кольцо такое же похожее сделать, но так, по-моему, быстрее уже будет и... Меньше придется париться. Так, давайте посмотрим. Машинки будут выезжать сюда. И заезжать не будут они сюда. Я понял. Я понял. Не будут. Не будут. Давайте тогда мы сейчас сделаем немного по-другому. Ну, хотя, в принципе, да, мы можем, я думаю, без проблем сделать вот... такой вот съезд и прямо ввести его сюда, да? По-моему, будет то, что надо. То есть машина может... Светофора здесь не образовалось никакого, то есть, ну и машины могут спокойно заехать к нам вот в этот круг. И здесь то же самое мы давайте сделаем. Как бы это так сделать? Ну, вот так вот, да? Вот, и тут тоже, ну, практически то же самое кольцо вышло, которое все-все-все объединяет. Вот, но мы основное шоссе и не трогали. Вот, поэтому, да, давайте мы здесь разместим и свалку тоже надо будет поставить обязательно, может быть, даже две, не знаю, ну, пока пусть будет две, да. И кладбище разместим возле свалки, да, как-то не очень, ну... На таком небольшом отдалении. Во-первых, мы посмотрим, что мы тут охватили. Ничего, по-моему, не охватили, да? Вообще ничего не охватили, походу. Вот это печально на самом деле. Это очень печальный факт. И у нас еще тут воды нету. Ну ладно, вместо кладбища мы можем сделать крематорий. Крематории мы можем разместить их. Наверное, кладбище я это все-таки уберу. Будут там свалки стоять. Тогда вместе со свалкой мы поставим еще и очистительный этот заводик. Вот. Ну а здесь все-таки в городе поставим крематории. Крематории. Давайте, может быть,
не видно пока что, да, город пока не застраивается, и не видно, где зоны у нас там распределенные, а где не распределенные. Вот, но крематории надо бы где-то поставить. Придется смотреть. Жалко, нельзя и в режиме обзора зон, да, жалко, что нельзя сразу же размещать издания. Так, ну, один сюда идет. Второй попробуем, кстати, может быть, где-то здесь разместить, да? Поместить? Нет, не помещается. Не помещается. Ну, вот где-то здесь. Вот в таких вот маленьких местах надо ставить, где нормальные здания все равно не поместятся. А, может быть, слишком близко я даже ставлю их, но я думаю, будет нормально. Вот здесь еще один можно поставить. Вот сейчас он... Вот, вроде бы... Нет, еще, наверное, даже один поставим где-то вот тут. Ну, подумаешь, люди будут жить рядом с крематорием. Они будут довольны этому. Я уверен. И тут тоже тогда надо еще один. Слушайте, у нас будет очень большой район, я вижу. Я вижу, что будет очень большой район. Поликлинику, да? Одну мы поставим на этом кругу, чтобы все были живы-здоровы. И одна, смотрите, как шикарно прямо вот сюда ставится и охватывает как раз полностью две эти области. Ну, тут чуть-чуть не считаем. Если что, там потом добьем чем-то. Пожарки. Пожарки тоже, наверное, мы поставим так. Хотя тут дорога не самая лучшая для пожарных. Давайте мы поставим их хотя бы вот здесь, чтобы... Не совсем. Вот как-то так. Не разместим. Полицейские участки. Тоже, наверное, большие. Бахнем сразу. У нас бюджет резиновый. О, слушайте, нет, не резиновый. Мы потратили огромную кучу денег на самом деле. Но в любом случае, да. Давайте мы... нет, мы уже разметили. Разметили. Зоны жилые, просто никто не заезжает пока что. Никто не спешит к нам в гости, в этот городочек. По тем или иным причинам. Давайте, может быть, включим скорость. Тут уже где-то не хватает, вот тут не хватает, очень сильно не хватает энергии. Ну же. Ну же, люди, заезжайте. Давайте я вам парки здесь, может, поставлю. Может, это вас подтолкнет, нет? Это печально. Я вам скажу. Давайте парк поставим где-то парочку в центре. С этой стороны. Тоже он охватывает как раз всю эту территорию. Давайте проведем хотя бы немного электроэнергии сюда. Так. Дзынь-дзынь, да дзынь-дзынь, только слышно, и все. Сейчас этот участочки эти подключатся. Мне кажется, сейчас народ должен поехать. Давайте мы только проверим, все ли у нас нормально построено, да? Вроде бы на самом деле развязочка такая получилась, ну, более-менее. Не фонтан, но пойдет. Так, бюджетик пошел в плюс, это хорошо. Давайте мы построим здесь станции метро, тоже обязательно. Тоже обязательно. Так, мы их разместим, наверное, где-то... Где-то... Вот так, одну. Слушайте, тут даже прям три можно поставить станции. Я думаю, да? И вот сюда еще одну. Давайте соединим их.
Так. А? Странно. Опять моя любимая проблема с этим метро. Не могу понять, как же тут нормально строится. О. Ну-ка, ну-ка. Нет. Значит, будет так. Ничего не поделать. Так, и тянем метро. Наверное, вот сюда. Да, и здесь можно будет еще одно кольцо вот такое вот сделать. Давайте мы сразу расставим остановочки. Там уже у нас, да, домики некоторые... лишились надежды и покинули нас. Ну, давайте, наверное, на самом деле только вот так вот соединим. Угу. И в другую сторону точно такой же маршрут мы сделаем. Так, сюда, сюда и сюда. Завершаем. Окей. Ну, на самом деле тут просто проблемы с электроэнергией серьезные такие были. Люди потихонечку, так очень-очень не спеша, осторожно пытаются заезжать к нам. Давайте посмотрим, как у нас с... с населением. Уровень безработицы 16%. Да, это серьезно. Точнее, не то чтобы серьезно, это хорошо в плане того, что на самом деле это довольно маленький уровень безработицы. Так, тут у нас уже пошла куда-то энергия. Сейчас мы на самом деле нажмем на паузу. И... как бы мне протянуть сюда? Ну вот здесь вот можно как-то вот так вот протянуть, да? А вот в этот райончик, чтобы не нарушить тут ничего. Давайте пока проведем электричество. И я это к чему? Я к тому, что сейчас я нажму на паузу и устрою... обустрою городок для наших, в смысле, работу для наших шахтеров, да, здесь потенциальные шахтеры как бы должны жить, а копать им-то нечего, поэтому они в город не едут, поэтому сейчас нужно будет им устроить город, места для работы. Опа, неожиданный поворот событий. Неожиданный, реально. Давайте уберем безобразие. Нахулиганил я, конечно. Так. Да, и тогда, мне кажется, люди должны будут поехать таким в этот город, да, когда у них будет работа. С другой стороны, изначально нам в город люди заселялись, и работы у них не было. Но они заселялись. Ну, давайте попробуем. Сейчас... мне денег не хватит. Но мы можем хотя бы немного сделать. Давайте сейчас я быстренько сделаю развязочку здесь, какую-то простенькую, и проведу хотя бы там одну-две линии для добычи руды. Кому, кстати, интересно более подробно, как я вот развязочку эту делаю, это одностороннее шоссе простое, моста. Мне нравится шоссе в виде моста, вот как когда они, да? Давайте мы только посмотрим сейчас. Я не вижу уровень, какой я выбрал. Никакой не выбрал. Так.
Вот, вот такой вот уровень меня устраивает. Вот, и начиная отсюда, мы проводим кольцо. Кольцо. Желательно делать кольцо побольше на самом деле, потому что... чтобы было меньше тянучек. Чем шире кольцо, тем больше машин, да, сможет как бы влезть на подъеме. Что-то у нас такое загнутое немного колечко получилось. Так, ну сейчас мы все это дело теперь соединяем, смотрим внимательно, какие, с какой стороны какие машины куда едут, да, допустим, как-то вот так вот соединяем, вот так соединяем, и с этой стороны точно так же делаем, только в другую сторону, в другую сторону. То есть, если мы эти дороги соединяли снизу, то теперь соединяем их наоборот с другой стороны. Вот как-то так. Вот как-то так, да? Заезжают, съезжают. Заезжают и съезжают. Все, отлично. И хотел нажать на паузу, все сделал не на паузе. Ну ничего, ничего. И проводим, наверное, пока что не шоссе, да? Пока сделаем денег у нас. Хотя, слушайте, не так там много. Ну, можно, я думаю, сделать шоссе. Я думаю, что да, можно сделать как-то вот так. Кстати, вот здесь нам нужно будет не шоссе, а нужно будет соединять. А, кстати, я делал... Да, все поинтереснее. У меня шоссе было, район был этот гораздо больше. Ну, давайте пока сделаем вот как-то так. Потом, если что, можно будет что-то придумать, как выезжать отсюда и как все эти ресурсы вывозить. Ну, пока что вот такое вот кольцо у нас получилось. Давайте мы его немного подрихтуем вот в этом месте, чтобы больше оно круглое было. Кстати, мне здесь не нужны на самом деле шоссе вот такие, да, нам обычно хватит, подрихтовали, отлично. А, блин, это я съездами делал, а не шоссе, вот олень, вот, что-то такое у меня получается, что-то вот такое, съезды, заезды, все это дело есть, теперь давайте мы, во-первых, выделим вот этот район и... как-то вот так вот пока что, да, и назначим его нацеленным на рудокопство. Рудокопство, вот оно, так. И теперь нужно сделать немного дорог нам. Дорог тоже можно сделать на самом деле односторонними, без каких-либо вообще проблем здесь. Здесь у меня будет... ЖД-станция, я предполагаю, да, поэтому, да, давайте мы сделаем пока что вот какое-то такое вот кольцо. Внешнее, внутреннее это кольцо уже получается у нас, а не внешнее. Ну, кривенькое, да, выходит не такое гладенькое, как шоссе, но нам как бы главное не красота на самом деле, а практичность. Мы основную часть территории с рудой охватили, это самое главное. Вот, и машинки теперь ездят здесь по кругу без проблем. Только нужны еще добавочные съезды. Съезды вот прям сюда. Отличный такой съезд у нас получается, да? И отсюда тоже как-то, я думаю, что можно зафигачить, да. Вот. Вот, два отличных таких съезда, которые позволяют выезжать отсюда из кольца и заезжать на кольцо и возвращаться там, куда нужно. Вот. А теперь давайте мы проведем, может быть, еще несколько односторонних, хотя... На самом деле нам пока что точно не нужны, а потом, правда, перестраивать будет неудобно. Да нет, давайте мы сразу уже
маленькими дорожками такими сделаем. Да, вот с перекресточка начнем. Так. Односторонняя у нас идет. Односторонняя. Въезжает куда-то сюда. И потом выезжает односторонняя опять же где-то вот тут. Чтобы дороги слишком много места нам не занимали. Вот, хорошо. И теперь еще съезд давайте сделаем с этой стороны. Так, один пойдет сюда. Нет, не сюда. Это у нас выезжает на эту сторону. Один пойдет вот сюда. И один вот как-то сюда. Вот так вот. Вот, ну я думаю, этого будет более чем достаточно. Кстати, не так уж много это денег нам стоило. Основную часть, наверное, денег я потратил на разные коммуникации. Кстати, здесь тоже нам нужно будет поставить... я, наверное, поставлю здесь... так, электроэнергия. А воду я здесь провел? Провел, хорошо. Поставлю здесь солнечную батарейку. Вот такую прям... Вот сюда. Почему бы нет? Там все равно руды никакой нету вроде. Надеюсь, поместится у меня здесь... давайте, можно скорость уже включать. Надеюсь, у меня поместится там... ЖД-станция, кстати, вот тут она должна быть, поэтому уберем вот это безобразие. Вот, и промышленность. Пока что вот так вот оставим. Посмотрим, как все это дело будет развиваться. Давайте мы сразу парки здесь построим. Куда же без парков? Промзоны без парков — это прям не промзоны, правильно? Как ни странно. Так, ну и куда-нибудь вот сюда, куда ничего полезного точно не поместится. Окей, сюда, может быть, еще дополнительно. Так, окей, и у нас сразу появились, да, уже быстренько так буровые установки, которые добывают нам руду. Вон ее даже видно, даже прекрасно видно. Давайте мы сразу поставим здесь ЖД. Это нам здесь нужен. Нужна железнодорожная станция. На самом деле нам и товарный тоже здесь. Не товарный, а этот. Станция, именно ЖД-станция, нам тоже здесь не помешала бы. Я, правда, очень сомневаюсь, что эта ЖД-станция будет связана с нашим, как бы, основным миром. Потому что, ладно, если эти еще, они там сами появляются и исчезают, куда хотят, когда хотят. Так, кривенько получается. Товарные поезда. То вот от станции к станции ездит наша... Да, блин, не получается. О, ну вот что-то такое. От станции к станции у нас ездила электричка, да, и я что-то очень сомневаюсь, что она будет тут как-то ездить вот так вот такими окольными путями. Вот, поэтому нам тут придется прокладывать свою ЖД. Но на всякий случай я пока что поставил здесь железку. На всякий случай, посмотрим, как оно пойдет. Так, ну и промзона у нас уже... расширяется, да, у нас тут пока, ну, на самом деле, тут все тоже первого уровня в этих специализированных хозяйствах, все первого уровня, вот, ну, хорошо, в любом случае, посмотрим, проследим мы за терминалом этим. Стоп, я поставил две ЖД-станции, блин, вот олень. Может, эту перенести куда-то вот сюда, да? Как вариант. Куда-то, не знаю, куда. Вот здесь можно тупо поставить ее. Но... Давайте ее пока удалю на самом деле. А бабла мне не хватает, да. Я поставил. Тут олень, вот олень.
короче. Нам это, в общем, пока что не нужно все. Денег наберем на нормальную станцию, и тогда уже другое дело будет. Так, ну что, рабочих, я вижу, здесь уже везде хватает. На этих предприятиях этот городочек. Этот у нас уже застроился полностью, да? Да. Можно будет деревьев засадить в этом районе. Так, давайте мы этот райончик тоже обозначим. Транспорта пока тут нету. Надо будет сделать обязательно транспорт общественный. Ну, тут только метро у меня есть пока что. Ну, в селе в таком метро, да, здесь вообще вот в этом районе сколько тут? 1000-2, может быть, живет людей от силы. Почему не... Что там? Не учитывает влияние добычи руды на экологию, на то, что это изуродует наш прекрасный город. Не боись. Не боись, мы ее быстро выкопаем и потом будем здесь леса добывать, наверное. Я даже не знаю, что мы здесь можем делать, наверное. Да. Да. Во, вот, вот это вот правильно. Чистый город и чудесный отдых. Это роскошь. Спасибо. Всегда рад стараться. Так, да, потихонечку домики возводятся, домики потихонечку улучшаются. Офисные здания, да, тут сразу ребята образованные пошли работать. Кстати, в этом районе я не поставил так еще ни одной школы. И простые школы я обязательно здесь поставлю. Как минимум простые школы. У школ, кстати, охват совсем крохотный. Поэтому давайте мы ее разместим где-то вот так. Одну, потом вторую где-то... Ну, слушайте, беда тут с этими школами. Ну, где-то вот так. И... слушайте, а вот тут... Нет, нет. Да, надо было, наверное, на вот этих вот... Блин, все равно середина без школ останется. Вот беда... Не очень удобная у меня планировка. Ну ладно, пока что нам этого хватает. А вот колледжи давайте мы поставим. У них и охват посерьезней. Да, ими, с ними удобнее гораздо работать. И вот здесь вот тоже пахнем как раз. Все, и на все бабки все мы прогудели. У меня было почти 2 миллиона, если я не ошибаюсь. Или это не в этом сейве у меня было 2 миллиона. Ну, в общем, было у меня больше 1 100 000. Поэтому мы все прогудели подчистую. Ну ничего. Сейчас мы получаем тоже немало очень денег. И эта сумма все растет и растет. Но я ни в коем случае не хочу соединять дамбу с вот этими районами. Потому что мне кажется, что если я это сделаю, то у нас тут будет транспортный коллапс на дамбе. И все будут пытаться ездить на машинах вот таким вот образом. Когда пусть они ездят по трассам, по шоссе. Это гораздо удобнее и практичнее. Так. А, ну да, я здесь же не поставил ни одной пожарки. А пожарка здесь нужна как воздух просто. А учитывая здесь еще одностороннее движение, это просто трындец какой-то. Так. Как-то я об этом не подумал. То, что одной пожарки мне будет здесь очень и очень мало. Давайте поставим одну здесь и одну. А, и так на самом деле не хватает. Тут даже дело... Не в одностороннем у нее охват. Не такой большой. Надо было просто, наверное, большие потом сразу размещать. Вот, ну это такое. Давайте мы уберем вот это сгоревшее здание. Все, больше здания здесь гореть не будут.
Расходы пошли у нас, да? Прибыль начала уменьшаться потихоньку. Из-за затрат каких-то. Кстати, я еще думал, знаете, что можно попробовать сделать? Можно попробовать уменьшить налоги для торговли, да? Коммерческие оба параграфа. Вот, и мы будем с этого получать меньше денег, да, естественно, немного. Но, может быть, это повысит счастье. Где там счастье? Да, повысило счастье наших коммерческих зон. И у нас повысилось, по-моему, счастье еще и вот этих вот зон тоже, да? Ну, по-моему, все счастливы у нас. Как, пожарка приехала? Да, тушит уже. Вот она, пожарочка. Вот, окей, хорошо. 80, говорю, 40 тысяч населения у нас есть. То есть, ну, на городе мы 4 тысячи только получили на вот этом, да. В прошлой серии мы 36 тысяч набрали для перехода на следующий этап. Вот, потом, по-моему, человек 300 у нас померло. Ну и сейчас мы потихонечку начинаем заселять новый город, и население растет. Давайте, кстати, смотреть, что там пишут. Поддержка рудодобывающей промышленности – правильное решение. Именно это нужно экономике города. Да. Только вот опять у меня потребность увеличилась в этих вот делах. Так, нужно будет связать с основным моим миром. Пока у нас весь экспорт, да, идет при помощи грузовых машин. Вот они ездят, те, которые на экспорт приезжают за товаром и уезжают. Куда они ездят вообще? Такое ощущение, что они по кругу просто здесь катаются. А, вот они куда заезжают, да? Ясно. Ну, пусть заезжают. Пусть ездят. Ездят ровненько. Ровненько, без лишних пробок зато. Вот, но это на самом деле у нас вот как раз все идет на экспорт, скорее всего. Увеличилась доля импорта даже. Вот эти вот здания импортируют, то есть мы покупаем. Вот эти здания покупают руду, оказывается. Как ни странно. А вот эти как раз здания, да, отлично, покупают нефть. Вот, это уже понятно становится, да, вот эти машинки поехали, эти тоже здания нефть покупают, все ясно, ясно. Нам определенно нужно... Мы, кстати, можем... у меня есть лишний, я вот помню, что где-то у меня есть лишний товарный склад. Нет, этот мы трогать не будем. Это станция. Так, давайте мы включим. А, у нас уже деньги есть, да, у нас уже есть бабло для товарного терминала. Вот, давайте мы теперь его разместим. Так, не здесь, вот здесь. То я смотрю, что-то не то. А нет, смотрите, люди сюда едут. И причем едут очень-очень даже неплохо так. Пойдет, пойдет. Так, давайте мы тогда разместим... Магический товарный терминал, который будет выгружать и продавать все это безобразие. Так, мне кажется, вот если я проведу сюда дорогу, то у нас будут пробки. У нас будут пробки. А это не есть хорошо. Но, надеюсь, товарный будет поезд появляться здесь и гонять туда-сюда. Или не будет. Но радует реально то, что железкой здесь люди пользуются. Может, все-таки
Вот так вот сделаем. О, хорошо, машины начали заезжать. Это хороший знак. Это хороший знак, реально. Почему некоторые... Да, это мы читали. Влияние добычи руды. Все дела. Никто не учитывает. Негодяи кругом одни. Так, ну много уже машин. О, смотрите, да. Товарный терминал. И поехал он назад. Поехал, кстати, да. Это очень хорошо, что он туда поехал. И... Куда поехал, гад? Я догадываюсь, куда ты поехал, но... Ну ладно, в принципе, во, начал работать терминал. Добротно уже отправляет постоянно поезды, и прибыль наша растет. Растет и растет. А, так, преступность, да? Окей. Не вопрос. Давайте мы поднимем... поднимем маленькими, наверное, опять же, да, вот этими станциями. Станциями... полицейскими участками, точнее, а не станциями никакими. Вот, вот как-то вот так вот сделаем. Я думаю, этого будет более чем достаточно. Так, и посмотрим на наш городочек. Как он тут развивается потихонечку. Уже 44 тысячи, неплохо. Неплохо, здания растут. Кстати, они уже тут 4 уровня сразу, даже к 5 потихонечку некоторые, да, добираются. Очень приятно, что вот так вот прям сразу все это дело у нас организовалось. И за счет одностороннего вот таких вот выездов на шоссе сразу, да, у нас и в городе пробок никаких нету. Ну, пока что еще не так много здесь людей, но все же. Но все же. Мне кажется, весьма... неплохо так все идет. Так, мы можем, я думаю, потихонечку уже даже расширять. О, пошли фуры гонять. Да. Прям как карусели вот такие вот. На самом деле, да, одностороннее движение — это сильная штука. Очень сильная штука. Давайте мы, кстати, здесь еще метро поставим. Здесь станцию. И, наверное, потом еще и даже здесь станцию мы поставим. Вот, но... Да хотя, можно тут еще одну. Одно кольцо вот так вот как-то сделать. Сейчас посмотрим, как мы все это будем делать. Главное, внимательно проследить, чтобы у нас не было... пробок. Пробок, так. Нигде. А то я мастер по созданию пробок на самом деле. Такс. Не, вроде бы как все движется. Вроде бы как все движется, вроде как никаких заторов особых нету. Так, ну хорошо, я это все соединю уже потом, может быть даже не на запись, но пока что, ребят, я с вами буду прощаться. Да, у нас время подходит к концу и нашей серии. Всем спасибо за просмотр, всем пока, увидимся в следующей серии.